Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас пришла ручка Hero 8007. Заказал я ее из-за того, что мне понравился ее внешний вид. Она такая немножко кичевая, грубо говоря. На ней изображена китайская стена. В общем, украшена орнаментом в стиле, в китайском стиле. Это черная с золотым. Ручка пластиковая. Клипса, опять же, похожа на паркеровскую клипсу, но это немножко другая клипса. Здесь наверняка написано Hero. И тут номер модели 8007. Упачок тоже написано, что пластиковый, но с металлической такой небольшой отделочкой. А перо, как говорит производитель, это иридистое золото. А на пере выгравированы надписи Genius, Iridium и почему-то Germany. А перо украшено такой резьбой, хотя перо характерно для Hero. Это такое стандартное перо. Также фидер тоже похож на Hero, и на фидере есть обозначение 5. Корпус ручки откручивается. Здесь тоже стандартный конвертер, который в принципе меняется на картридж, опять же стандартный. Конвертер никак не обозначен, в отличие от других ручек Hero. Здесь такая пружинка внутри конвертера есть. Ну и тоже достаточно плавный ход. Я не буду ее заправлять. Я буду использовать вот такой вот конвертер. Хочу попробовать, как она пишет с конвертером. Мы сразу цепляем конвертер. И ставим картридж. Вот. Ну, это, я думаю, дело 5-е или 10-е. Длина ручки это 138 мм, это вот в таком состоянии. От кончика колпачка до кончика, собственно, тела ручки. 138 мм, диаметр в широкой части 12 мм. И вес ее 28 грамм. Достаточно увесистая такая ручка. И, ну, мне нравится. Ошибка.
Ну, теперь по поводу впечатления об этой ручке. Ну, не сказал. Значит, посылка шла 17 дней. Стоимость этой ручки 292 рубля 93 копейки. То есть 293 рубля. Сейчас, соответственно, курсу она стоит. Далее. Довольно тяжелая. В руках держится нормально. Немножко смущает меня золотистый вот этот вот металлический, собственно, гриб, вот эта секция. Хотя она, ну, скорее, наверное, пластмассовая, сделанная под металл. Вот, потому что не холодит пальцы и, в общем-то, нормально пишет. Далее, очень понравилось перо. Скорее всего, на ней не написано, сколько она толщиной. На ней не написано, но достаточно ровно пишет. Толщины линии разные. Вот есть возможности немножко потолще с нажимом делать, есть немножко возможность потоньше сделать. А обратной стороной она тоже пишет, но достаточно невнятно. Далее, ручка, конечно, на любителя, поскольку и такой дизайн у нее, ну, это такой китайский дизайн, ну, достаточно хорошо смотрится. Поэтому, кому понравилась эта ручка, прошу, покупайте, смотрите, как она вам нравится или нет. Но, в общем-то, достаточно качественно выполнена, с некой претензией на такое, ну, не знаю, красоту. А на этом, собственно, все. Задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. В остальном, всем здоровья и счастья, и до новых встреч.